Губернатор Виктор Томенко обратился с просьбой к руководству Промсвязьбанка Петру Фродкову попытаться решить ситуацию, в которой оказался Эткульский спиртзавод. Предприятие должно банку 140 миллионов рублей. Глава региона предложил руководству Промсвязьбанка создать специальную рабочую группу и включить в нее заместителя председателя правительства Александра Лукьянова, чтобы вместе не нашли выход из непростой финансовой ситуации крупного алтайского завода. В нем работает 430 сотрудников, и для села Соколова это градообразующее предприятие. О его кризисе стало известно в феврале. Компания, в состав которой входит Эткульский спиртзавод, обанкротилась. И Промсвязьбанк, как один из кредиторов акционерного сообщества, арестовал его счета. В итоге алтайское предприятие оказалось в должниках. Сегодня на заводе нам подтвердили, что о сокращениях речи уже не идет. Долги по зарплате ликвидировали, работают в прежнем режиме. Тем не менее, в поселковой администрации подчеркнули, что люди, боясь нестабильности, продолжают увольняться и уезжают из села.